поехали. Руководитель футбольного клуба Южного федерального университета Устенко Алексей Александрович. Прокомментируйте, пожалуйста, сегодняшний матч. Как и ожидалось, у нас с Саратовым никогда легких матчей не было. Ну и сегодня так первый тайм владели преимуществом, вот, но забить удалось только однажды. Вот, во втором ряд замен, ну не сказать, что ослабил, но пока ребята вписались в эту сложную игру, пропустили гол, но молодцы. Хочется отметить возвращение нашего капитана, Строй. И он не только вернулся, но и принес нам сегодня такие нужные 3 очка. Вот, поэтому продолжаем победное шествие. Как готовились к весенней части сезона? Ну, слава богу, снег потаял у нас в этом году чуть раньше, чем в прошлом году. Поэтому практически месяц тренировались на стадионе «Арсенале». Удалось сыграть ряд товарищеских матчей с командами чемпионата Ростовской области. Кое-какие игровые связи удалось наладить, но сегодняшняя игра показала, что не все у нас гладко, особенно с реализацией. Вот есть еще над чем работать. И крайний вопрос. Какие ожидания от завтрашней игры? Ожидания, что честной борьбы и следующей нашей победы ждем. Спасибо.